Я жду комментарий. Инна, зачем ты бьешь? Он бежит меня. Ну, не видно, что я голая. Глядя на это видео, вы подумаете, какая у меня скучная жизнь на карантине. И, возможно, вы окажетесь, в принципе, правы. Короче, Микки — это самый большой мудель, которого мы знаем. Он только что насрал. Лёша пошёл его поругать. Ну, как поругать? Сказал ему, что вот не сри, ла-ла-ла. И закрыл его в той комнате, в другой. Пока Лёша пошел в туалет. Лёша, нужно твое интервью. Что сделал Микки? Еще раз, блядь, насрался. И насам на ковер. Такое уже было один раз, и Лёша прозвал его муделем. Он сказал, что Микки не пудель, а мудель. Самое смешное, что он реально это делает как подлость. Вот он сыт и срет назло. Вот такое доброе утро. Думает, что он бариста и смешал кофе 3 в 1. Слышь, 3 в 1, в следующий раз тебе смешаю 3 в 1. Посмотрим, что ты мне скажешь. Это великолепный кофе. На соевом молоке. Она говорит, что я похож на бомжа, а я не похож на бомжа. Посмотри, как ты зарос. Красиво. Лайк, дизлайк? Подписка. От тебя отписка. Ко мне приписка. Лёша, беги! Беги! А что ты еще тут сидишь, Лёш? Меня приковали. Лёша. Ты Элвис, что ты себя не снимаешь? It's the one for the money. Ты for the show. Короче, написали мне комментарии, Лёша. Я написал? Нет, возможно, ты. Что ты еще не сбежал, только потому, что тебе меня жалко. Что произошло? Расскажи, пожалуйста. Карма. Карма? За что? Я хотела побыть мочу собаки. Иди на место! Я просто открывала вот эту штуку, и видите, оно тут поделено, как две двери. Я думала, я открываю это, и я тебе по голове ударила, потому что это одна дверь. Иди ко мне. Кукинг-блог, часть 2. Сейчас мы делаем имбирный чай. Для этого нам понадобится имбирь, корица, апельсин, лимон и лайм. И Микки, который сзади там пищит, потому что он нассал и насрал 2 раза, хотя с ним гуляли, поэтому он сидит там. Да, угу. Сидит там. Кукинг-блог. Что? Так и задумано без головы. Надо резать мелко, чтобы имбирь больше впитался. Лёш, кажется, ты не доел йогурт, который тебе любимая приготовила. Имбирный чай. Я покажу, когда закончу его нарезать. Лёша, кстати, не любит имбирный чай. Ему придется полюбить. Он распускается? Твои цветы. Ты мой цветок распускаешься. Я прочитала у себя в комментариях, что только я зерну не в ту сторону, а тебя уже подберут. Молодец. Быстро ориентируешься. Притворись, что ты повар и знаешь, как держать пальцы. Знаешь, как держать пальцы нужно? Один впереди, 2 сзади. И ты держишь вот, вот так. Вот один впереди, 2 сзади. И я? Да, да, я его просто съем так. 100% палец себе отрежешь как-нибудь. Или тебе какой-то палец отрежу. Снимаю вам видео из душа. Это, в общем, остатки от кофе, которые я использую как скраб для лица. И не только для лица. Он очень хорошо отшелушивает кожу, поэтому я вам советую тоже попробовать. Я похожа на военного. Рэпа, да? А ну. Это мой бьюти-блог. Так, в общем, когда я делаю скраб, я буду сейчас еще делать скраб на ноги и на бедра, но я думаю, это я снимать не буду. После того, как я сделала скраб, надо сделать маску. Сейчас у меня есть только такая маска. Знаешь, как бьюти-блогеры делают, Леша? Вот так. Раз, два. Почему твои вещи валяются? Вот объясните мне, как я должна жить с этой свиньей? Это бьюти-блог. А это бьюти-блог. Я сейчас похожа на... Интересно. Нет, я похожа сейчас на Тимберлейк. Марлу из бойцовского клуба. Нет, ты похожа на Тимберлейк. И вот это прысь. Дело в том, что у меня очень сухая кожа. И у меня. Лёша, я не знаю уже, честно говоря, как увлажнять. Я сейчас пользуюсь вот таким тоником,
Крем мой любимый, мне уже не помогает. Это всю жизнь был мой любимый крем, а сейчас он уже не увлажняет достаточно, так как мне надо. Поэтому, если меня смотрят девочки, которые тоже пользовались таким кремом, может, вы посоветуете мне какие-то хорошие аналоги. Это витамин С, кстати, для лица. Ау! И потом мы наносим увлажняющий крем. Как показывают бьюти-блогеры. Оля, что твое письмо, кстати. Помнишь? Леш, помнишь? Леш, помнишь? Какое письмо? Я смотрю, думаю, что это такой корявый почерк. Надеюсь, это твое письмо. Я помню. Вот это было тупо. Ты что-то письмо, где Леша твое письмо. Спасите меня. Пока Леша не видит, я ем хумус. Это моя любимая фирма хумусов во Франции. Если вы будете во Франции, они продаются в Карфуре и в Монапри. Но в Монапри в последнее время я их не вижу. Он с базиликом и укропом. Я добавляю сюда табаско, и вообще классно. Пиздец. Я, значит, голодный, блядь. Сижу, жду тебя. А ты ешь! Без меня! Хумус – это одна из моих любимых еды вообще, которая бывает. Он иногда мне надоедает, но потом все равно он мне нравится, и я опять его ем. Когда мы были в Исландии, я вообще только хумусом и питалась. Кстати, в видео меня спросили про путешествие, которое я хочу. Да. Я сказала, что я хочу с Юлей из Дали в Исландию. Ты сказала мы. Ну, все поняли, как будто я с Юлей из Дали, а ты иди сюда, лом. Ты так сказала, типа? Нет, так поняли люди. А я имела в виду, что мы все вчетвером поедем. А я тоже так понял. Но люди поняли не так. Ты сказала просто, мы с Дали и Юлей. Да, все подумали, что я Дали и Юля, а ты типа иди отсюда. Леша говорит, что эта школа похожа на Хогвартс, но не факт, что это школа. Не факт, что это Хогвартс. И мы с Минки идем выгуливаем с Лешей на расстоянии, как будто мы не вместе. Так ты повернись все. И сегодня как-то людей довольно много на улицах. Я вчера ходила, почти не было народу. Может, потому что сегодня понедельник, но я не уверена. И как-то все вместе ходят. Мне кажется, мы тут с Сильвией когда-то жили, когда были в Париже, в этом районе, но я не уверена. Пустынные улицы. Но у меня вспомнилась песня. По пустынной улице вдвоем с тобой куда-то мы идем. А дальше знаешь? Нет, нет. И я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари давно. А ты нет, говоришь, пойдем в кино. Время, да? А я зову тебя в кабак, конечно. Классница. Кто это поет? Конечно, машина времени. Кино. Современное искусство. Клетки с попугаями на улице. Любимый район в Париже был. Здесь везде радуги. И здесь магазин Маскот. Маскот это раньше была моя любимая оправа для очков, когда я носила очки. Леша заманил меня в Итали, потому что Леша постоянно приводит меня туда, где есть еда. Все прогулки на карантине приходят в магазин продуктов. Смотри, какая большая. По твоему аппетиту. Покажи, что ты берешь. А что это? Что вот это? Кофе. А зачем оно? У нас нет кофе больше. Это очень классный фильм «Человек-слон». Там еще Энтони Хопкинс, молодой фильм черно-белый. Если вы его не видели, посмотрите. Он должен был быть тут 25 марта, но что-то пошло не так. Марта. Да. Но, что же пошло не так? По-моему, это фильм где-то 80-го года. Очень классный фильм. Посмотрите, ребят. Я же потянула за лапу, и он так смешно подскользнулся. Это наш обед и перекус с Лешей. Моцарелла, остатки хумуса, каперсы, вяленые томаты, остатки оливок. Одни остатки. Питаемся с Лешей остатками. Готовят нам на ужин спаржу и лосось. Так что сейчас мы будем есть. Это будет влог с нашего дня, чтобы вы поняли, какая у нас унылая жизнь. Да, Лех? Следит за нами.
Я видела, как он смотрел на нас. Выглядит очень полезно. Прям видно, что мы с тобой следим за нашими телесами. Он не мешает. Все. Ты испортила композицию. Ты испортил жизнь кое-кому. Что ты хочешь? Что-что?